богатырев Александр Невский. Всегда был терпелив народ, а свора вражья налетала. На Русь ей было нелегко, врагам она всегда мешала. Но были сильные мужи, то за святую Русь вставали. И смерть враги свою нашли, то на нее претендовали. Он был из тех, кто грудью встал, народ повел за Русь родную. Он слово нужное сказал и стал защитником навечно.